Эколого-биологический лицей к приему учеников готов. Такое решение приняла комиссия во главе с первым заместителем мэра Магадана Юрием Казетовым, которые посетили 27-ю и 2-ю школы в рамках проверки готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. Приемка школ на Колыме стартовала в середине июля. К традиционным требованиям оценки готовности добавились соблюдение социальной дистанции, стационарное обучение в классах, а также обеспечение учащихся и педагогов индивидуальными средствами защиты. Кроме того, все образовательные учреждения должны быть оснащены технологическим оборудованием и пищеблоками для обеспечения горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. Приемка школ и садиков в этом году проводится в очной, заочной и дистанционной формах и завершится до 18 августа. В тот период, пока не учились дети, конечно, была возможность и много сделать по классам, по ремонту коридоров. Но и в летний период, конечно, сейчас продолжается и будет до почти конца августа продолжаться ремонт еще образовательных учреждений. Кое-где кровли, кое-где фасады. В целом, можно уже сейчас отметить, что школы все готовы. Сейчас только процесс именно сдачи, приемки идет к началу учебного года. Из всех уровней бюджета на подготовку к началу нового учебного года выделено 265 миллионов рублей. На эти средства в том числе будут приобретены тепловизоры, рециркуляторы и средства дезинфекции. По плану, новый учебный год стартует с 1 сентября, однако торжественные линейки по этому поводу проводиться не будут.